5800 Tom, that's our telephone number. Do you hate LA? Пятое измерение. Давайте, давайте, двигайтесь. Картин снимались, Дэйв Донован. Hello, Bert. How you doing? Абрахам Бенруби, давайте. Алло. Минг на Вен. Едут в пробке. Мэтт Крейвен. Болтаю по радиотелефону. Пропустите, пожалуйста. Да-да, Грейс Филлипс. Ну, ну отлично. Слушай, я скоро уже. Можно чуть-чуть, а? Спасибо. Да, ладно, скоро приеду. Да, я уже близко. Ну все, приеду как сок смогу. И Филипп Бейкер Холл. Нет, ну сплошные пробки в Лос-Анджелесе. Вы ведь, наверное, ненавидите свою жизнь. Черт, а? Или просто обалдеть можно. Эй! Я просто устала. Каждое утро я вылезаю из постели, зная, что я буду торчать в пробке. Послушайте, ребята. А, черт. Монтаж Мартина Николсона. Продюсер Рон Гилберт. Вам придется подождать. Нет, ты не только самый лучший, ты еще лучший в штате. Ты тут ездишь в своей спортивной машине, а я должен спрашивать себя, что с тобой происходит? Что-нибудь не так? Режиссер Питер Вернер. Нет, правда, это, конечно, не причина. Но в самом деле, когда-то ты был самым лучшим. А теперь, ну не знаю, за последние 5 лет ты мог бы добиться такого. Я понимаю. Ты, похоже, не понимаешь важность того, что я тебе говорю. Ты мог бы быть шефом лет к 40. Чего ты еще хотел? Мира на земле, любви, личной жизни. Ну что, ты в воскресенье приедешь? Да нет, у меня там задержка на 2 дня. Ну смотри. А где ты это нашел? Что там у тебя? Thank you.
Исследовательский центр Эммета Рэча. Даже не беспокойся об этом. Не уходи. Давай я покажу тебе. Нет, как я сказала. Хорошо, я скажу это. Да, мне нужно проверить свои результаты. Забудь об этом. И, между прочим, совет директоров будет во всем винить меня, а ты винишь меня во всем. Да, я могу это сделать. Послушай, просто позор какой-то. И сразу пойми одно. Мы с тобой не сотрудники. Ну ладно, как хочешь. Переключаю генератор на 7,6 цикла. Это самый высокий уровень за сегодняшний день. Я думаю, что скоро поднимется электромагнитная пыль. Удастся пройти в субатомное пространство. Частично, по крайней мере. Ключ вставлен. Контрольная панель работает в норме. Генератор работает на добавленной мощности. Если мои подсчеты верны, то я думаю, что откроется окно негативных частиц, которые приведет меня в другую вселенную. Ну вот. Отчет начался. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. А, сейчас. Да, вот это. 3, 2, 1. Надо же. Ух ты. Знаешь, что худшее в том, что ты дантист? Что? Ну, то, что ты приносишь людям очень много боли. И диалог никого не получается, понимаешь? Вот твоя жизнь. Ты на своем месте. У тебя все в порядке. Может быть, тебе виднее. Привет, Джон, ты опоздал. Мне сэндвич с цыпленком. Да, кстати, не можешь собаку мне взять на время? А как же Эммет? Его сейчас нет. Ну, ты переехал. Ну что, ты возьмешь? Ганса. Нет, Ганса не могу взять. Ганс займет у меня половину квартиры. Ну так купи дом. Не знаю. Это здоровая собака, она занимает столько места, мне приходится спать в офисе. И вообще, надоело все. Да и, кстати, дело не в Эммете. Заходи как-нибудь, поболтаем. Да у меня личной жизни вообще нет. Так что, может быть, женщину тебе стоит завести? Будет у меня женщина. Мы о Мелани Хармон говорим? Не нужно было мне никогда ее отпускать. Но ты хотел добиться успеха, ты отстранился от своего брака. Нужно было время от времени, больше времени проводить с Мелани. Она в Калвер-Сити приехала, там с ребенком живет. Она очень счастлива, понимаешь? Все, думай об этом. Ладно, давай забудем об этом, ладно? Да, конечно, не хочется тебя расстраивать, но она еще красивее, чем раньше была. Да, это нехорошо. У тебя это наваждение просто какое-то. Я знаю, но ничего не поделать с собой не могу. Я просто все спрашиваю себя и спрашиваю.
о тех ошибках, которые я совершил в своей жизни. Ну так исправь их, друг мой. Все должно быть честно. Да нет, дело не в честности. Должна быть какая-то связь. Женщина, ребенок, Мелани. Понимаешь? У меня такое ощущение, как будто бы я потерял свой шанс. Я себя неправильно вел, но я не могу ничего сделать с собой. Я должен быть свободен своей работы, чтобы наладить как-то наши взаимоотношения. Ну, по крайней мере. Хоть ты несчастен, ты богат. Ладно, поехали отсюда. Давай, вылезай. Ты ведь знаешь, куда идти. Пошли. Пошли, приятель. Черт, а? Ну, давай, давай. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Подождите, сейчас. Сейчас получится. Ты можешь собаку себе оставить на ночь? Эти книги, они окажутся в параллельном мире, в параллельной вселенной. На, вот возьми. Ну так что, ты можешь собаку оставить у себя, да или нет? Сейчас получится. Нам пора идти. Все, пока. До завтра. Да-да, конечно, до завтра. Ну все. Да, вели себя хорошо. Привет. Я думал, я тебя потерял, приятель. Ну что, как тебе? Странно все, да? Чудно как-то. Ты знаешь, мы здесь. Хочешь прогуляться? Точно? Ну пошли. Ну что? Все очень похоже на наш мир. Конечно, неизвестно, насколько все похоже до тех пор, пока не углубишься во все это. Ну, пойдем. Вроде бы все настроены очень дружелюбно. Машины, прямо как общественные. Кто-то выходит из них, кто-то другой садится в них. Выясним, какой сейчас день. Здравствуйте. Я просто пытаюсь понять. Да это же бесплатно, приятель. Пожалуйста. Спасибо большое. Ваша собака без поводка. Да, я знаю. Понимаете? На, держи, у меня есть. Спасибо. Пожалуйста. Веди себя нормально. Ведите себя нормально. Новые факты. Мне известно число. Подожди. Ну сколько мы здесь? Минут 40?
А что происходит вообще? Похоже, что все в городе едут домой в одно и то же время. Как ты думаешь, Эммет с ума сходит? Ты думаешь? Все, мы уезжаем отсюда. Эй, парень, помедленнее. Помедленнее. Ты чего? Ты куда это торопишься? А ты что делаешь? Ты что, сумасшедший? Это же опасно. Я не хочу говорить об этом. Нет, ну, серьезно, серьезно. Я знаю, знаю, я понимаю, тебе больно. Помедленнее. Офицер, этот человек, он хирург, занимается проблемами мозга. Мы ехали в больницу, это что, скорая помощь? Так ну, ваше водительское удостоверение, пожалуйста. О, нет. Ваши руки были не на руле. Да, я дурак. Это больше не повторится. Вы ему верите? Нет, не верю. Знаете, что мы сделаем, док? Что, что-нибудь выпишите? А, это еще и умник к тому же. Да. Вы оба. Кто это было? Не знаю. По крайней мере, мы живы. У тебя можно переночевать сегодня? Да, конечно. А все шутки, которые человек когда-либо слышал. Подсос. Какое там у нас давление? Нормально. Мне нужна цифра. 120. Так. Тампон. Немножко увеличьте мощность подсоса. Хорошо. Не знаю. Может быть, мы не ту кассету слушаем. Еще подсос. 45-й, пожалуйста. Побольше подсос. Давайте, побольше, побольше. Ребята, вы что, забыли о том, что такое подсос? Так, вот сюда, здесь зажим. Вот так, доктор. Что? Вы слишком быстро двигаетесь для нас. Я не могу слишком быстро двигаться. Не могу. Я делаю то, что надо, но я делаю это по часам. Понятно? Что происходит, а? Операция? Ты двигался слишком быстро. В этом ты и проблема этого мира. Я хочу перевести из твоей команды. Ну, пожалуйста. Ты можешь так убить кого-нибудь. Я просто спас кому-то сейчас жизнь. Ты убьешь самого себя. Я не хочу смотреть на это. Да, но... Лоренцо. Поверить не могу. Вы мою собаку потеряли. Не волнуйся, я знаю, где она. Давай я покажу. И давно ты не спишь? Давно. Собака в другом мире. Это дружелюбный мир. Что-то типа этого мира, только проще. И люди добрее. И там все общественная собственность. В общем, он не совсем такой, как наш мир. Это все равно, что мир чудес. О чем он говорит, да? Это гениально. Смотрите.
Это что, какая-то иллюзия? Нет. Здесь что, голограмма какая-то? Нет, я же говорил. Параллельная вселенная. Пятое измерение. Ну что? Вот, смотрите, я здесь. Есть место между... Между чем? Протонами и нейтронами. Целая вселенная между ними. Представьте себе, что каждый раз, когда вы принимаете ответственное решение, целый новый мир других возможностей и выборов создается сам по себе. Так вот, он на самом деле существует. Это невозможно. Правда? Нет, нет, нет. Вот, смотрите, Caltech, Токио, Лондон. Все они пытаются найти выход из этой ситуации, но я первый, я пробил это окно. Мне нужна ваша помощь, чтобы исследовать мир. А ты? Я был там несколько раз, но я не хотел далеко уходить от этого места. Я хотел быть уверен в безопасном возвращении, понимаете? А это болезненно. Бен, пожалуйста. Подожди, подожди, ты что, с ума сошел, что ли? А чего терять-то, Джон? Один час. Час походи там, потом возвращайся. То есть, что? Моя собственная жизнь, я хочу это увидеть. Нет, не рискуй. Ни в коем случае не рискуй. Не делай ничего необычного. Хорошо? Хорошо. Ребята, вы с ума сошли. Ведь надо собаку найти, не так ли, Джон? 9, 8, 7. Я проверял все. Все отлично. 3, 2, 1. На, держи. Я что, весь здесь? Да, ты весь здесь. Должно быть, я не единственный, кто с ума сходит. Ну, знаешь, я подумал, тебе компания не помешает. Машины. Общественная собственность. Здорово. Отлично. Ну, знаешь. Люди смотрят на меня так, как будто бы... А в чем проблема? Да и нет, нет. Я даже не знаю. Может быть, они не знают, что такое означает палец? Ну, не знаю. Пошли, а ты что делаешь? Хочу увидеть себя. Нам через час возвращаться. Я вернусь. Смотри, ключ вставлять не надо. Отлично. Эммет сказал, никаких контактов. Я просто хочу увидеть его. То есть себя. Счастлив ли я здесь? Здорово, да? 55 минут, понял? Элвис. Здесь все чисто, чище, чем у нас. И запах прекрасный. Нет никаких пробок. Все отлично, мне нравится.
Алло. Доктора Крида. Что? Бенджамина Крида. А вы пациент или? Нет, нет. Я старый друг. Простите, но доктор Крид уже больше с нами не работает. А где он? То есть он... Он умер. Во время войны в пустыне. Это было 3 года тому назад. Да? Я... Это была ужасная трагедия. Настоящая потеря для всех нас. И, конечно, для его семьи. Его семьи? Да, для его вдовы. Он был женат? Да, несколько лет. А вы не могли бы сказать мне, где живет его вдова? Все улыбаются, все еще здоровы. Была война, только больше, чем в Персидском заливе, с Ливией. Я вышел, да, представьте себе, я вызвался добровольцем. И что? Да меня убили на войне. А ты что? Сказал себе, нет, я не узнал сам себя. То есть как? Он такой, такой... худой, такой прямо как Ганди, и очень успешный, очень богатый дантист. Она там. Кто? Моя жена, Мелоди. Так, ладно, слушайте. Давайте я еще раз вас оттуда отправлю на 6 часов. Смотри. Он все еще живой. Элвис. Ух ты. Time for a change. Where are you going? Пора все менять. Ты куда отправляешься? Недалеко. Что? На каникулы? Да нет, это хорошо, док. Ты знаешь, я бы всех отправил куда-нибудь из города. Отправляйся туда, где ты собираешься жить. Хуже, чем в Лос-Анджелесе, уже точно не будет. Разберись со своей жизнью, и особенно личной. Ну что ж, давай за это выпьем. Я это поддержу. Эй! Нужно поговорить с тобой. Ну что, ты возбужден? Я возбужден. Слушай, я там останусь. Я не вернусь. А ты Эммету сказал? Нет, боюсь, что если я ему скажу, то он не разрешит. Она не вдова. Я могу вернуться в ее жизнь. Я могу начать жить нормальной жизнью, какой я должен был жить. Это мой шанс. Я продал все. Я тоже не вернусь. Без всяких сомнений. Никаких обязательств, ничего. Ты представляешь себе? Это судьба, правильно? Отлично. Да. Через 6 часов. От этого момента. Давайте, синхронизируйте часы. Ну что, давайте, давайте. Ну что, ты нашел там самого себя? Я там все еще в Баффало. Не переехал в Лос-Анджелес. И практически год там торчу уже. Еще что-нибудь? Да, там еще. В колоде карт больше на одну, чем у нас здесь. Понятно. Ну что, давай быстрее. 53 карты, да? 6, 5, 4, 3, 2. Помните, 6 часов.
Эммет, мы не вернемся через 6 часов. Мы остаемся. Вы остаетесь? Мы остаемся. Не пытайся нас найти. Нам это нужно. Для тебя, для твоего эксперимента, для нас. Это второй шанс. Нет, нет. Да? Чем могу помочь? Меня зовут Джон Баландин, я из ЦРУ. Вам могут подтвердить, что никто меня не видел и никто ничего обо мне не слышал. Надеюсь, это ясно? Да. Давайте с глаз на глаз все это дело обсудим. Ливия, 1995 год, война. Доктор Бенджамин Грид был убит во время боя. Да, это трагедия. Нам теперь известно, что не то тело было найдено. Не понимаю. Что-то не так. Он что, без вести пропал? Нет, он здесь. Бен жив? Последние 3 года своей жизни. Скорее всего, он находился в тюрьме. Должно быть, его пытали. Но он герой. Он, конечно, не может сказать нам точно, где он был. Так что у него? Амнезия. Его нашли в пустыне. Есть еще несколько провалов в его памяти, но он хорошо себя чувствует и готов вернуться к своей жизни. Но это невероятно. Да, это было бы невероятно. Вот только... Бен. Господи. Бен. Фантастика. Ты молодец. Мне тоже понравилось. Было здорово. Ну, отлично. Это они. Господи, что они тут делают? Они что, смотрят? Расслабься. Это другие полицейские. Нет, это они. Ну, это просто их близнецы в этом мире. Отчего это они смотрят на нас? Зеленый свет, ребята. А, спасибо. Нормально. Миссис Крид? Да. В Тунизе случился неприятный случай. Тело, которое послали к вам домой, было не телом вашего мужа. Бен? Мелоди? Господи, 3 года. Я знаю. С тех пор, как я тебя последний раз держал в своих объятиях. Господи, сколько времени прошло? Ты действительно здесь? Да. Да, я дома. Тебе нужна помощь? Нет, спасибо. Чай хочешь? Да, конечно. Надо же, 20 PK. А этот человек из ЦРУ? Really. Ты его знаешь? Нет, не то чтобы. So почему такой толстый? So when do you start at the hospital?
Ну что, когда начнешь работать в больнице? Раньше понедельника. И то, не полный рабочий день. Я сказал, что я хочу больше времени посвящать своей жене. Так что буду работать не полный день. И что? Я уверен, ты понимаешь, это такая ситуация, нужно было обдумать ее. Да нет, теперь все позади. Я понимаю, если ты... Если тебе требуется больше времени для того, чтобы... Ты хочешь заняться любовью? Да. Хорошо. Пойдем. Правда? Я так сильно тебя люблю. Ты хоть понимаешь, как сильно я тебя люблю? Понимаешь? Ну что, Бен, здесь на полу? Да, здесь на полу. Что? Что ты делаешь? Не подходи. Алло? Из больницы. Скажи, что мы заняты. Бен. Бен, ты сотни подобных операций делал раньше. И все равно, давайте, введите меня в курс дела. Вот. Разрез на 2 сантиметра. Здесь. Стандартная операция. Правда, пациент не совсем того. То есть как? Псих. А это что? Мне потребуется половина этого места. Ну что скажешь? Ну конечно, как хочешь, давай. Отличная работа, Бен. Там слишком тихо. Вы что, ребят, больше музыку не слушаете? Нет? Надо притащить магнитофон завтра. Что, и вообще больше никто не шутит? Ну что вы, люди, расслабьтесь. Это ведь мозговая хирургия, не так ли? Лоботомия. Ну вот, видите? Фантастика. Мечта сбылась. Да. Твои усилия в больнице, это потрясающе. Да, точно. Привет. Всем привет. Следующий круг пива за мной. Опа! Опа! Это мистер Долтон, еще один образец для тебя. Эй, секундочку, и сколько же кандидатов на эту процедуру, что все сходят с ума? Нам нужно ускорять действия. Да нет, хватит. Я устал. Я отправляюсь домой. И в конце концов, что это за психоз такой? Какие симптомы? Что за альтернатива, а? Двери закрыты. Конечно, закрыты. Это что? Вы сказали, что вы устали? Хотите? Что? Вы, похоже, не помните, не так ли, доктор? Ну что, лучше себя чувствуете? Да.
Нет, ну, черт возьми, это все равно, что конвейер какой-то. Завтра может быть сложнее, но все эти операции очень важны. Все наши коллеги предпочитают подобные операции, что 5 раз в неделю повсная фабрика лоботомии. Да нет, дело не в лоботомии, нужно быть очень сфокусированным. Черт возьми, Бен, все это... Прости, ты не виноват. Да, ты слишком быстро включился в работу, тебе требуется больше времени. Да, отправляйся домой, отдохни. Будь как все, Бен. Смотри, Бен. Ты смотри, игра будет. Ты будешь играть? Что? Да, конечно. Что за игра? В центральном... В зале? Молодец. Что скажешь? Давай выберемся из города. Поедем куда-нибудь на пляж. Бен. У нас нет разрешения на переезд. Ты что, забыл, что ли? Нужно оставаться на одном месте и быть стабильными в течение определенного времени, в течение года. В течение года? А тебе что, плохо дома? Нормально? Я открою. Ты чего тут делаешь? Ты ведь вроде бы должен был помочь мне. Ну и что? Нам пора, понимаешь? Где Джон? Кто там, дорогой? Так, старый друг, дорогая. Ты слишком долго здесь, ты здесь чужой. Да, но... Ты не понимаешь. Ты можешь испортить всю работу моей жизни. Я думал, ты мой друг, я твой друг. Но я теряю свою жизнь. Я, наконец-таки, живу здесь своей жизнью. Здание, в котором находится проход, собирается снести, понимаешь? Привет. Твой друг может зайти на чашечку чая? Молоди, мне пора, понимаешь? Ну, я вернусь. Пойдем, пойдем, Бен. Нам пора. Нужно все еще найти Джоанну, пойдем. Так, ладно, все готово. Заряды заложены. Быстрее. Людей уберите отсюда. Подождите, нет. Мне нужно пройти туда. Пропустите. Эммет. Эммет, стой. Вернись. Вы что, не можете это остановить? Вы не понимаете. Эммет. Пожалуйста. Эммет. Поосторожнее. Ты смотри, кто здесь. Мы виноваты. Нужно было послушать его. Но ведь мы этого хотели, не так ли? Мы здесь, чтобы остаться, Джон. Мы здесь, чтобы остаться. Добро пожаловать на Большую Арену.
Я так не могу. Но мы должны. Что мы тут делаем? Ну как что? Игра скоро начнется. Пожалуйста, занимайте свои места. Добро пожаловать на игру. Пожалуйста, становитесь в очереди и зарегистрируйтесь на игру. Подходите к столикам и записывайтесь. А в чем игра-то заключается? Нет, не знаю. Моди говорил, что что-то там связанное со стабильностью, а потом Эммет появился. Пойдем сюда. Ну что, как дела? Да так, не очень. Надо было перчатку с собой взять. Так что? Что тебе не нравится? Нет, ты оглядись, посмотри. У всех здесь нормальный вес. Эти, те двое. Просто совпадение. Не преувеличивать. Да нет, они давно наблюдают за мной. Игра скоро начнется. Пропали. Удачи. Итак, мы готовы к игре. Все записались. Лос-Анджелесский район представляет. Игра. Пожалуйста, те из вас, кто дома, переключите свои телевизоры на первый канал. Игроки готовы? Я что-то вас не слышу, четвертый сектор. Игроки готовы? Да нет, ну, не трясти же, как дурак битый. Официальные кандидаты на лос-анджелесскую игру. Джеффри Эдисон. 4-4 Хэнси Корт. Только что появился на Харбор Фривей. Чего-чего? Второй кандидат. Вильям Бреверман. 112 Уотерман Авеню. Беги, Вильям, беги. Квартира номер 7А. Участвуйте в игре и ведите машину поосторожнее. Вильям Бреверман находится на углу 4-й авеню и Грэнд. Последний кандидат. Элейн Тодда. 2122 Трон Стрит. Санта-Моники. Пошли отсюда. Пока что нет больше кандидатов. Участвуйте в игре. Поехали. Стой, стой. Это безумие какое-то. Черт, а? Бежим.
Привет. Привет. Было весело? И что, по всей стране играет в эту игру? Бен. Ты опять забыл. Ты должен помочь мне. Позволить тебе помочь. Вспомнить все. Позволить тебе помочь мне помочь. Ну так что, тебе понравилось? Нет. Не понравилось. Только никому не говори, ладно? Пожалуйста. Лучшее пиво в мире. Настоящее. Нет. Уберите деньги. Это за счет заведения. Здравствуйте, полицейский. Пожалуйста. Берите стул и... Какая-то проблема, офицеры? Мы с тобой наблюдали. Я знаю, знаю. Почему? Вы не худеете, мистер Баландин. Ну и что? Мое тело, мой храм. Ну не совсем. Что? Пошли, пошли. То есть как? Эй, а куда мы идем? Послушайте, я должен позвонить. А в чем меня обвиняют? Что случилось? Мы разберемся. Кончайте. А что со мной случится? Как что? Мы вас исправим. Что? Эй, секундочку, секундочку. Нет, нет, послушайте. Я сяду на диету, ладно? Я похудею. Давай, давай, садись. Так, ну все, давай. Ну все, не двигаться, толстяк. Собачка. Отлично. Давай, взять его. Пас, пас. Убей его. Отлично, молодец. Молодец, приятель. Иди сюда. Ты мой самый-самый лучший друг. Ну, молодец. Держи. Я подойду. Джон, что случилось? У меня неприятности. Ты надо же, ты собаку нашел. Эй, Генгис. Да, но у нас нет разрешения на то, чтобы держать собаку в доме. Понимаешь, Бен? Мелоди. Отведи собаку на кухню, ладно? Пошли, пошли. Что происходит? Меня пытались арестовать. За то, что я толстый. Что? За то, что я толстый. Собирались мне сделать операцию на мозге. Нужно вывести тебя из города. Черт, а? Ну, это отлично. Я нашел Генгиса. Да, это просто фантастика. Отлично. Я скажу Мелоди, чтобы вещи паковала. Я слышала, что он сказал. Нельзя так. Нужно уезжать. Я думаю, ты не сможешь уехать. Полиция. Да нет, полиция не придет сюда. Он мой друг. Я уже позвонил им. Он очень опасен для нас, понимаешь? Джон! Джон! Эй, эй!
Прекратите. Что вы делаете? Джон. Джон. Все будет в порядке. Все будет в порядке. Ладно, ладно, со мной все в порядке. Не лезьте ко мне. Осторожней голову, осторожней голову. Он был моим лучшим другом. Лучшим другом. Пока ты был там, они... Я не могла прекратить плакать. Не могла есть. Не могла спать. И тогда они забрали меня в больницу. И сказали, что мне будет гораздо лучше. Они сделали операцию. Все в порядке, все в порядке. Прости. Прости. Все в порядке. Все будет хорошо. Как дела, доктор? Как дела? Это все кандидаты на операцию, да? Да, все в вашем расписании на сегодня, доктор. А где список симптомов? Оспарение власти. Привет. Страшно тебе сегодня? Успокойтесь. Куда вы меня? Куда? Я не безумная. Ах, вы ублюдки, черт вас подери. Почему вы не верите мне? Какого черта ты уставился? Нет. Так, так, так. Что это означает? Пациент в 515-й палате. Да. Где ее? Книга болезней. По-моему, у нее очень глубокий психоз с галлюцинациями. А есть список симптомов и так далее? Вообще, есть список пациентов, истории болезней? Да, все здесь. Так вот, насчет 515-й. Говорит, что зовут ее Эллен Моретти из Калтеха, но нет там такой. Так вот, она говорит, что на самом деле зовут ее Эллен Моретти, но... Да? Так что она говорит? Что она говорит? Она говорит, что из другого мира. Ее нет. Эллен Моретти? Вас выпустили? Я вас знаю. Я ведь там вам рукой помахал. Что? Никто не знает. Что? Как вы здесь оказались? То есть как это? Я из Калтека. Я должна встретиться с доктором Балтвеллом. Здесь есть женщина, которая утверждает, что она это я. Извините.
Джон Баландин. И что, будет суд? Ваша вина доказана, мистер Баландин. И что мне сделать операцию на мозге? В вашем случае вряд ли это поможет, хотя мы попробуем. А есть альтернатива? Может быть, изоляция? Я думаю, что хирургическая операция в данном случае лучший вариант. Так что, может быть, я выберу изоляцию? Вы уверены? Так что, вы согласны на изоляцию? Да, я согласен. Ну, ладно. Имя? Эллен Моретти. Эллен Моретти. Имя? Имя? Отвечайте правильно, мисс. Это устройство действует также и на молчание. Меня зовут Эллен Пинк Моретти. Где вы родились? Chicago. Чикаго. Где вы теперь живете? В Пасадене. Где вы работаете? Калифорнийский институт технологий. Простите, но это касается правительственной безопасности. Но нет, все в порядке, Бен, мне твоя помощь потребуется. Господи, кто вы? Эллен? Эллен? Пожалуйста, остановите их. Давайте я посмотрю, что там за история болезни. Что вы тут делаете? Электрошок, но она не реагирует. Странный случай. Вы что, близнецы? Нет у меня близнеца. Может быть, вы не знали о том, что у вас есть близнец? Ты здесь, мой двойник. Кто ты? Пожалуйста, послушай. Ты ученая? Да. Занимаешься физикой? Да. Да, работаешь с доктором Клангом и доктором Яном, да. Последние несколько месяцев ты исследовала теорию параллельных миров. Возможное существование параллельных вселенных, не так ли? Ну скажи им. Она безумна. Нет. Мы работаем над световыми путями. Кто она такая? И что, никто в вашем институте не исследовал подобную возможность? Это научная фантастика. Да нет, что вот ты делаете? Вы же так ничего не добьетесь от нее. Бен, подожди. А есть возможность того, что она может быть права? Она не такая Эллен Моретти, как я. Ни один из известных мне ученых не исследует возможность существования параллельной вселенной. Ну, знаете. А ваши родители могли скрыть от вас то, что у вас может быть сестра-близнец? Да нет. Не могли они скрыть ничего от меня. Это никак не касается меня. Понятно? Вы в порядке? Ну что, довольны? Есть, конечно, риск утечки. Я думаю, что у нее психопатия. Завтра утром проведем операцию. Я выполню эту операцию. Это не очень простая операция. Ты знаком с техникой Терстона? Конечно. Конечно. Подождите. О чем это вы говорите? Сестра? Нет, нет, пожалуйста. Пожалуйста, отведите ее в ее палату. Нет, нет, пожалуйста, расслабьтесь. Я буду здесь, в этой комнате, некоторое время. Да нет, ну, правила, доктор. Да-да, конечно, я забыл. Эллен, в чем дело? Что вы собираетесь сделать? Лоботомию? Успокойся. Нет, нет. Не надо забирать мой рассудок. Нет, нет. Вы же доктор, вы должны понять меня. Оставьте мой разум в покое. Эллен, Эллен. Мы из того же самого места. Мы из одного места с тобой. Из Чикаго? Разве это плохо? Путешествуешь? Встречаешь кого-то из своего мира? Ты пришел сюда из... Вот именно. Из того же места, что и ты. Иногда... Дом так далеко, как будто бы нужно пролететь целую вселенную. Привет, дорогая. Привет. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Бен, пожалуйста, не надо. Это от Джона.
Бен, ты не должен с ним общаться. Это опасно. Нет. Привет, приятель. Значит, блин, не волнуйся. Мне дали выбор. Либо мне мозги будут резать, либо... Я отправлюсь в прекрасные Сьерры. Буду окружен деревьями, дикими цветами, птицами и бабочками. Без шуток. Они называют это наказанием. Может быть, книжку напишу. Черт, а, может быть, даже прочту одну. Мне дали запасы еды, будут меня снабжать едой раз в месяц. Конечно, доставки пиццы не будет, но, тем не менее, погода хорошая. Не знаю, как я буду получать почту или как ты ее будешь получать от меня. Так что считай, что это прощание. Позаботься о Генгисе. Позаботься о нем. Я тебя обожаю, приятель. Может быть, все и не было так плохо у нас там дома. С любовью, Джон. Бен. Пожалуйста. Пожалуйста. Ни бумаг, ни ручки. Дурацкий ящик. Ну что, Моретти уже приготовили? Да, сейчас занимается ею. Понятно. Надо проверить. Что происходит? Что, операция сейчас будет проводиться? Да, практически все готово. Да, но со мной никто ничего не обсудил. Нужно вести ее в наркоз. Я сам это сделаю. Не волнуйтесь. Я уверен, вы найдете себе применение где-нибудь в другом месте. И дверь закройте, пожалуйста. Пожалуйста, медсестру Лоренцо. Нет, нет, физически откройте дверь, найдите Лоренцо и приведите ее сюда. И дверь закройте, когда будете выходить. Я сделал тебе инъекцию витамина. Все будет в порядке. Кто ты? Когда-нибудь слышала о физике Эммет Лаш? Господи, Лаш? Да. Я работала с ним практически год, но... Так вот, Эммет мертв. Его оборудование испорчено. Джон, мой друг, ты и я, мы оказались здесь. Послушай, я тоже здесь как в ловушке. Мне здесь не место, нам здесь не место. Я хочу вернуться домой. Это в лаборатории в Калтеке. Я тебя отправлю в комнату для выздоравливающих. Нужно только, чтобы ты побольше спала. Да, но нужно, чтобы все это выглядело нормально и реально. Придется сделать наркоз. Или как? Подожди. Послушай. Через час все будет в порядке. В шкафу. Для выздоравливающих есть одежда, одень ее, а потом выходи и делай вид, как будто бы все в порядке. Понятно? Да, конечно. Скажешь мне, как тебя зовут? Бен Крид. А ты хороший хирург, Бен? Я не из этого мира.
Конечно, больно будет, хоть и сделан местный наркоз. Задавай вопросы, чтобы не фокусироваться на боли. Откуда мне знать, что ты действительно оттуда? Так вот, значит, машина. Когда мы злимся, друг на друга мы кричим друг на друга. Иногда бывают проблемы и похлеще. У нас 52 карты в колоде, а здесь 53. Правильно? Расслабься, а теперь плачь. Ты ведь, небось, скучаешь по своему миру, не так ли? Так вот, эта операция, она лечит людей. Элвис мертв. То есть что? Элвис здесь жив? Да, сегодня будет концерт. Хотел бы я это увидеть. Так вот, в конце коридора есть лестница, которая ведет на улицу. Понятно? Да. Ну, наконец-то, нашли ее. Спасибо, прекрасно. Идите, мы хотим остаться одни. Я вам не нужна, доктор? Нет. Я рад, что вы здесь. Так вот, я должен сейчас был заниматься операцией с Эллен Моретти. Так вот, это Эллен Моретти. С ней я давным-давно закончил. А что она сделала здесь? Именно это я хотел спросить. Отправьте ее в палату для выздоравливающих номер 7. И встретимся у меня в кабинете. Давайте. Так что? Вы как себя чувствуете? Нормально, мне нравится. Гангес. Алло. Да, это я. Ты знаешь, я вот думал. Твоя жизнь, наверное, была более мирной, прежде чем я вернулся. Ну, да, но... Не говори так. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, не так ли? Да. Люблю тебя с тех пор, как увидел твою сломанную руку, когда еще был студентом. Ты знаешь, я даже не помню те дни. Помню. Мы отправились в полночь в парк, ходили по газону. Я чувствовал запах твоих волос, твоей кожи. Клянусь Господом Богом, никогда не забуду это. Бен? Когда ты вернешься домой? Да что это за ящик такой дурацкий? Одна пуля. Понятно. Я не должен выжить, понятно? Мисс, остановите пациентку, пожалуйста. Все в порядке? Вам это больше не потребуется. Да, конечно. Спасибо. Да, нужно проверить ваши бумаги. Они у меня здесь.
В таком случае все в порядке. Спасибо. Эллен. Кто-то, да, встречает? Да. На улице. Может быть, кто-нибудь вас проводит? Да нет, спасибо. Спасибо. Будьте как все. Марети. Вы что, уходите? Вам придется вернуться. Со мной все в порядке, доктор. Меня выпустили. Вы Бена Грида не видели? Нет. Эта пациентка только что прошла операцию. Ее уже так быстро выписали. Надо же, это не соответствует стандартной процедуре. Что-то я не вижу никаких особенных шрамов. Беги, Эллен. Бен, ты что делаешь? Сюда, быстрее. Какого черта? Что случилось? Вызови полицию. Нужно схватить Моретти. Что происходит с Беном? Позвони им. Ну так что? Похоже, парочка беглецов появилась. Надо же. Смотри-ка. Дополнительный бонус. Поехали. Не превышай скорость. Я не превышаю. Поверить не могу. Надо же, я вписался в движение. Куда едем? Калтек. В этой стороне? Да. Налево. Я знаю. Я знал человека, который говорил, дом все равно, что брак. Нужно постоянно над ним работать. И от этого никуда не деться. Умный человек. Там есть на другой стороне люди, которые тебя ждут. Большинство моих коллег, небось, думают, что я мертва, а семья — кошка. Надо же, что это за значение такое — кошка? Символ независимости. А собака? Ну, это более мужской символ. Просто теория. Все готово. Стой, господи. Это ведь то самое оборудование. Да, они увозят его. Может быть, что-то можно сделать, не знаю что. За ним. Дамы и господа, призовая игра. Специальная расширенная зона. Две мишени. Дамы и господа, великолепное объявление. Мы сейчас начнем призовую игру. Может быть, кто-то выиграет миллион долларов. Нет, они такие игры не играют. То есть как? В общем, они заставляют кого-то бежать, а остальные... Что остальные? Доктор Бенджамин Грид и Эллен Моретти. Это мы. Черт, а, мы попали в игру. Эллен Моретти, за что? Они собираются нас казнить.
Мне потребуется эта машина, но ведь так нельзя. Давай, Эллен, садись. Выходи из машины, понятно? Выходи. Эй, да что это? Я могу вам помочь? Будь как все, приятель. Доктор Бенджамин Грид и Эллен Мариетти по адресу 44 Корт Пасадене на пересечении Лили Стрит и Кэтрин Авеню. Эй! Эй, сюда! Раз. Два. Три. Четыре. Четыре с половиной. Эммет. Я тебя знаю. Думаю, нет. Но ты мне кое-кого напомнил, кого я знал когда-то. Лос-Анджелесский район представляет игру. Дамы и господа, в области Лос-Анджелеса у нас появились два кандидата. Два кандидата. Первый кандидат – доктор Бенджамин Грид и Эллен Моретти. Повторяю, доктор Бенджамин Грид и Эллен Моретти. Мой бедный дорогой. О нет, что нет? Не могу. Потребуются провода. И вообще, послушай, я знаю, ты сможешь это сделать. У Эмина все, что будет, так это платформа. Обычная платформа с проводами. Все, что он использовал, так это обычную платформу. Да. Гениально. О, нет. Слушай, Эллен. Эллен. Что? Давай. Нужно уходить отсюда. Это что? Нужно сваливать отсюда. Ты что-нибудь подобное видела? Ты знаешь, по-моему, Эммет что-то подобное использовал. Да. Может быть, и получится. Не зря я хирург. Поехали. Времени мало. Выходите. Поехали. Попытайся. Я пытаюсь. Поехали. Осторожно. О, Господи. Осторожно. Да.
Бен, ты же ударишь их, они блефуют. А что если нет? Они блефуют. А что если нет? Они блефуют. А что если нет? Бен. А что если нет? У нас появились новости о кандидатах. Грид и Моретти двигаются в грузовике в сторону Пасадены. Компьютеры. Давай, давай, пошли. Быстрее. Так, сейчас. Нет, нет, подожди. Без всяких там преступлений. Помни. Потрясающе. Ну давай. Потрясающе. Так, давай, помогай мне. Вот, провода, кабель. Мне нравится этот магазин. А, черт, упаковка не поддается. Да, где все остальное? Я оставил все это в машине. Ну, прекрасный хирург. Ну что, так и будешь стоять? Нет, сейчас принесу. Ребята, сюда. Оставьте нас в покое. Оставьте нас в покое. Нет, нет, не обижай меня. Не убивай меня. Убирайся отсюда. Ну вот. Отлично, давай. Раскладывай. Так, я не собираюсь ничего говорить, понятно? Ничего не собираюсь говорить. Не собираюсь ничего говорить. Поторопись, заткнись. Я тороплюсь. Давай, отправляйся без меня. Нет, ни в коем случае. Иди сюда. Давай, иди сюда. Давай, взбирайся. Черт возьми. Давай, черт возьми, время идет. Давай, быстрее сюда. Простите, вы в порядке? А ты? Простите. Мы просто... Просто... Просто искали. Ну, знаешь, так-то лучше. Смог и все остальное. Да, точно. Пробки. Мы дома. Тигренок, тебе это потребуется потом. Пошли, ребята. So, ну, то... So, well,
Ну, так, ты знаешь, мне домой нужно возвращаться. Нужно кошку накормить, правда? Ну, я могу пойти с тобой. Правда? Ты хочешь? Да, с удовольствием. Ты не против? Нет, нет, конечно, прекрасно. Ты есть хочешь, умирая с голода. Я тоже. Правда? Да. А что у тебя есть? Да все, что угодно.